Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем играть Lost Planet 3, мы находимся наверху ретранслятора, сейчас мы его будем отключать, сначала пошлем сообщение Невику, скажем, что здесь все очень плохо, а после этого сломаем его, чтобы они больше сюда не приходили. Так, ну и давайте приступать, нам, я так понимаю, нужно залезть на наш рик, то есть на нашу машину, и уже потом проделывать какие-либо манипуляции. И я думаю, это очень плохо кончится, потому что Невик реально налетает. Так, подожди. Нет, нам все-таки сюда надо. Ну, давайте посмотрим, что же это такое. Скорее, знаете, нам вот сюда. Потому что просто неправильно показывает маркер, может. Хотя шут его знает. Как-то так начали сегодня серию. Вообще, без понятия, что делать. Ну ладно, давайте пойдем все-таки к роботу и там уже посмотрим. Мне кажется, это нужно провернуть с помощью робота. Крутая машинка. На самом деле, я не знаю, как мы на нем пройдем, учитывая, сколько здесь всяких ящиков. Ну, то есть, понятно, что в реальной жизни эти ящики... Да, вот так. Я надеялся, что это произойдет. Так, что не так опять? Не знаю, такое ощущение, как-то вот не под руку все сегодня. Может быть... Это нет. Вот. Как-то криво все сегодня получается, не знаю. Ну ладно. Я буду надеяться, что дальше все будет лучше. Так, хорошо. Они наверняка попытаются. Are we looking, Gale? Dude, I just got here. I need a little time. Jim, Nevik crews are inbound. Think they brought their whole army to stop us. Ну пусть приходят. Wait, it is passing us. Do you see it? Where could they be going? Jim, the tram is coming back up to you. Prepare yourself. Офигеть. Да вы издеваетесь. Ларош? Ах ты ж крыса. Ларош, you don't need to be getting mixed up in this. Save it, Perron. Colonel Eisenberg told us all about what you're up to. Collaborating with a faction of snow pirates to sabotage our mission and steal the T-energy for yourself. You believe that? Don't try to deny it. We already found your friends. Their encampment is under siege as we speak. The cruiser. It's headed for our home. It's all right, Mira. Go. Еще одни плохие новости. This upload is working, I think. But without Mira, how do we blow things up? Maybe look like changing priorities. Roche, I have no beef with you. We don't have to do this. I've seen you with my own eyes. Your secret meetings in the wilderness with them. Braddock may not see you for what you are, but I do. Who do you think called Nevik down here, huh? You... Oh, Roche, you dumb, dumb son of a bitch. Enough! After I cut your rig to scrap. Remember, you brought this on yourself. Но он тоже неоднозначно плохой. Но у нас нет выбора, придется его убивать, похоже. Что это, щит? Gale, where's his main generator? Okay, on the 286s, it's behind his right clavicle. Go after his right shoulder. Ого! Нифига себе! Ну ты что, с ума сошел, что ли? Да офигеть! Я не успеваю, он какой-то сбивает меня с толку этой фигни своей. Да, так мы много навоюем. Жуткий парень. Ну хорошо, пойдем.
Слишком резко. Она получила. Не тот вариант. Что-то мне резко поплохело. Ха, что ж с тобой делать-то? Я прям даже что-то испугался. Бить тебя не особо вариант. Так, понял. Что-то похожее. Воу-воу, полегче. А-а-а, скотина. Я тебе дам. Как же с тобой? Ого! Ну это совсем плохо. Какой же ты надоедливый, а? Он сильнее меня, он мои руки отводит от своего экрана, я не могу ему ничего сделать. Ах ты, скотина! Он просто сушит. Спокойно. Как же тебя ломать-то? Этот щит мне ничего не дает. Я бью-бью без толку. А, я понял. Ну-ка, подожди. Иди сюда. Что-то надо схватить вот так, в момент, когда я делаю перехват. Ну что? У него что-то щит начинает ерундить. Да, скотина, опять! Фу. Что, не нравится, да? Пошел процесс. Давай еще. Норм. Иди сюда. Иди сюда, косарь. Ах, опять. Хорошо. Давай, давай. Ах, хорошо. Сейчас ты у меня получишь, сволочь. В общем, просто бить надо эту дурынду. Просто бить. Так, правую руку. Давай, хорошо. Продолжай. Ну извини, Ларош.
Кто ж тебе виноват-то? Ой. На тебе того. Чего ты мне хотел? Нет, я не согласен. Он меня обратно пустил, скотина. Давай. Давай. Давай, ну работай, милая. Давай. Ух, какой же ты душный парень-то. Иди сюда, я тебе сейчас вторую руку отломаю. Почему я не могу электрошокером его... А, я понял-то, она подзаряжается, эта хрень. Давай. Ох, он мне сейчас настучит, я чувствую. Давай. Хорошо, подзарядилась, нет? Фух. Вот сейчас я могу ему это сделать. Это я зря сделал. Я не могу обратно отсоединить. Офигеть, лупит. Так, ну я понял, что делать. Мы справимся. Уходим. Давай позаряжайся быстрее. Так, тихо, зажимать не надо только. Тихо. Зажал в углу. Да, сейчас подожди, все будет. Ты что, не видишь, что происходит? Ты же сам этого хочешь. Да что ж ты будешь делать? У тебя уже не особо много шансов, Ларош. Просто сдавайся и уходи. Давай перезаряжайся быстрее. Все готово. Готов и я. Сейчас прицела нет пока. Вот так. Да знаю я, подожди, пожалуйста. Мне нужно сначала отойти от него. Почему захвата нет? Так, Харис, давайте его убить. Просто бьем, пока плечо не начнет разваливаться на части. На бедрах? Это я могу. Давай. You'll be
betrayed everyone, Pret. And now the White Fox will avenge them. Dude, he just called himself the White Fox. And he meant it. That is demented. Так, хорошо. Ждем перезарядку. Ждем перезарядки. Пока ничего не делаем. Спокойно, парень, полегче. Так, вот теперь тебя надо бы зацепить. А теперь нет такой возможности. На, получи. Тихо. Ну дайте мне возможность его зацепить. Очень редко появляется, к сожалению. Отлично. То появляется, то не появляется. Просто когда игра захочет. Это не круто. Давай включайся. И давай уже работай, пожалуйста. Только это мне мешает тебя сейчас убить. Вот видите? Я не могу его сцепить. Давай драться. Давай работай, пожалуйста, быстрее появись, ЛБ. Сломаю сейчас, к чертовой матери. Каналья. Ты еще живой. Так, хорошо, и что? I'll kill you, you bearded bitch. I'll kill you. Ух. Неужто, наконец-то? Gale bought himself a reprieve. But the Forgotten back at the camp, well, they weren't so lucky. Да. Ну, что я могу сказать, бой был не из легких. Но при этом, по сути... Mira, I'm at the camp. Come in. Mira, where are you? Oh, damn it. Так, быстро пошли спасать. Смотри, они все разнесли к чертовой матери. Твою мать. Все эти люди. Выжгли все к чертовой матери. Как я и говорил, им свидетели не нужны. Джим, be careful. There's soldiers all over the place. Couldn't stop them. Соичи fell back to his chambers. Find him before they do. Хорошо. Ты твою мать. Ну, дело ваше. Можно было все по-другому решить. Живой еще, что ли?
Да, вылазь. Нет, вроде мертвый. Все горит. Так, хорошо, и куда мне двигаться? Как мне пролезть? Отсюда, что ли? Тихо, не надо на меня падать. Патронов хватает. Before we could launch our attack, but we were ready and better armed than they expected. I held the gate long enough for Patorti to lead the children to safety. Most of the colony is falling back to the caves. The Nevik troopers are chasing them, but they'll find nothing. It's we that have to hide before they return. Did Mira make it here? Yeah, she was looking for her father. Ну, замечательно вообще. Я надеюсь, хоть с ней все в порядке. Ну, пустяк остается. Моя любимая связка. Ну, еще со снайперкой тоже дробовик неплохо. Две любимых связки. Слушай, я бы тебе помог, но я не знаю как. Нет. Вот так. Ты что там живой? Ну, то есть я видел, что ты живой, но я думал, ты не вылезешь. Да, вылазь. Минус. Прячутся, гады. Ах, скотина. Быстро сносит, смотри-ка. Я что-то их недооценивал прям. Фу, лады. Хорошо. Сейчас, значит, будем поаккуратнее. Поганцы всю деревню выжгли. В принципе, насколько я понимаю, это уже совсем-совсем финал игры, то есть еще час от силы. Хотя эта игра такая, она уже несколько раз уже, когда казалось, что в принципе все, раскрывала себя с новой стороны. Поэтому, шут его знает. Ты там живой, касатик? Живой. А сейчас? А сейчас, скажись, нет. Нет, живой, смотри. У них... Искусственный интеллект тот же самый, что и... Помните этих тварей, которые здесь были такие? Акриды, которые стреляют когтями или чем-то подобным. Они точно так же выглядывают, а потом либо начинают стрелять где-то через пару секунд, либо бегут на меня. Так, минус еще один. Отлично, ты хорошо полез. Все, кажись. Там некуда сюда? Сомневаюсь, честно говоря. Тихо. Ох, она сейчас там дело натворит. Как надо. Еще кого-нибудь, возможно. Блин, да здесь реально просто боевые действия шли. Минус. Минус. И тебе тоже.
Давайте для разнообразия. Спокойно отдыхаем. Что-то он напилил у меня неплохо так. Ждем, он сейчас наверняка сюда вылезет. Все, готов. Фух, сколько же вас тут? На самом деле, перестрелки с людьми далеко не самая сильная сторона игры. Я бы даже сказал, вообще не сильная. Сделано по большей части, на мой взгляд, для галочки. Просто, ну, нужно же было сделать хоть какую-то боевку с Невиком. Получилось, на мой взгляд, хуже всего остального. Ну все. Drop it, Peyton. You're no righteous crusader, Colonel. Just a goddamn delusional murderer. Since we have a stalemate, Peyton, you might rethink your position if you had all the facts. Yeah, I can't wait for the next big lie Nevek's got cooked up for us. Hun, I only have a second. The rioting spread is not safe here anymore. Some Nevek men are here. They're gonna take Hank and me into protective custody. Just wanted you to know we're okay. Don't worry about us, sweets. Love you. You wouldn't. Which is it, Peyton? Tell me again what you think I am. Да. Вот это реально выбор был. Jim Peyton into custody. Having found him in collaboration with a faction of snow pirates seeking to undermine Nevek operations. Prepare them for interrogation. Start again. From the beginning. Да. Даже злодей в этой игре какой-то такой нестандартный в плане внешности и поведения. Как-то их называют? Мягко стелет, жестко спать. You see, it uses the thermal energy itself as a resonator, which should make it especially effective on groups. Just need to finish mapping the frequencies. It's delicate work, fraught with peril, but with time I expect great results. Interesting work, Dr. Kovac. But I don't imagine it'll take as long as... No, don't! Рисковый. Interesting work indeed. Да, дела. That girl they're holding in my office. She's part of the Lost Colony, isn't she? There are survivors after all. All this time. Innocent souls stranded here so that I could live. And you,
You kept this from me? You lied to me to protect them from harm. I did. I'm sorry. This is entirely premature. Whatever the nature of this Nushi entity, we need more time to study it. These notes from Dr. Roman are a fine enough start, but when may I speak with her? I'm afraid she's KIA, Doctor. Deceased. Ага, в бою, конечно. But that undermines her productivity almost completely. That's a highly questionable personnel decision. No one is bigger than the mission. Something you would all do well to remember. What the hell's that beeping? Где-то тут что-то там вон такое, да, видите, мигает. А вообще, давайте на этом, наверное, эту серию прекращать. В следующей будем уже выбираться отсюда, потому что как бы логическое завершение серии. Мы попались в плен, и в следующей части уже займемся побегом. Я уверен, что мы сможем убежать отсюда. Не знаю как, но как-нибудь сможем. Интересно, события развиваются, и я думаю, скоро уже все закончится, потому что куда уже дальше? База потерянных, забытых, уничтожена. Мало кто выжил, судя по всему. У нас большие проблемы, и все идет к тому, что нужно что-то с этим делать, уже завершать, как-то решать эти вопросы. Но все это будет в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.